Германия. Бортовой компьютер остановил смертоносный грузовик на Рождественском базаре в Берлине. Эксперты установили, что сработавшая автоматика тормозной системы позволила избежать еще больших жертв во время атаки 19 декабря. Тогда погибли 12 человек, около 50 пострадали, и ответственность взяло на себя Исламское государство. Водителя ликвидировали в Италии спустя несколько дней, а накануне в Германии задержали его вероятного сообщника, 40-летнего гражданина Туниса.